те приманки, на которые вы с легкостью сможете поймать. Больше подходит для белого хищника, но в принципе там поймать можно на них любую рыбу. Отмечают форелевые дыра. И они как нельзя кстати подходят именно для ледового. Делаем заброс, если слышим всплеск рыбы сзади себя, то противоположный берег. Я экспериментирую по цвету, по размеру, ну и, конечно же, снова. Рыба просто жадностью заглатывает такие приманки. Медведь – это самый крупный и непредсказуемый хищник. Рыболовно-охотничий клуб «Три пятерки Hunt Fishing» приглашает вас на экстремальную охоту на трофейного камчатского медведя.